В этом году в Тюмени не будет ледового городка. Так решили власти города. Жители Тюмени уже выкладывают грустные сторисы в свои социальные сети по этому поводу. Но, благо, новым уренгойцам грустить не придется. А вот в нашем городе ледяные прекрасные скульптуры по традиции появились. Конечно, как всегда, на городской площади вот такая красота. Эти фигуры уже готовы, часть из них еще готовится. И сегодня мы пообщаемся с резчиком по дереву, скульптором, с ледяным скульптором Ефимом Толкачевым. Здравствуйте. Добрый день. Ефим Толкачев по образованию художник, специалист по изготовлению фигур из дерева, металла и камня. В зимний период работает над созданием ледяных скульптур. Вот морозы стояли, как работаете? Или вы прекращаете работать, когда стоят морозы? Работается отлично, работаем в любую погоду, просто поинтенсивнее движение и все. Чем согреваетесь? Чаем? Чаем, да, чаем. А какой вообще рабочий день у вас? Во сколько начинается, во сколько заканчивается? Начинаем в 9, заканчиваем в 12, в 11. Дня? Почему? Вечера. Вечера? Так долго? Да. Все время на морозе? Ну, периодически ходим греться, чай пьем. Разметку сделал и вперед. И эскиз в голове держит? Конечно. Здорово. А можно мы посмотрим? Да, пожалуйста. Пойдемте. Сейчас увидим. Работаете пилой? Электропилой, да. Вот, собственно, инструмент главный, один из главных. У вас в руках появился карандаш. Все верно. Что будем делать? Будем делать разметку. Друзья, я тоже приложу свою замерзшую руку к созданию нашей красоты. Поставлю зарубку карандашом. Вот в каждой профессии есть свой волшебный чемоданчик. У медиков это чемоданчик с лекарствами, у журналистов это кофр с камерой, да, и с микрофоном, а у резчиков по льду это чемоданчик вот с такими инструментами. Нам сейчас Ефим подскажет, что это. Ефим, что это? Место по льду, которые режутся формы. А у вас в руках что? Тоже стамеска по льду, просто угловой формы. Угловой. То есть это плоская, это угловая. То есть они помогают уже более мелкие детали выпиливать? Крупные формы и мелкие детали. То есть угловая для создания резьбы непосредственно. Плоской можно форму моделировать. Сильно, да, выпилила? Нет, не сильно. Посмотрите, как гладко получилось. Прям как по маслу пошло.